У меня есть мастер, который следит за, скажем так, моим внешним видом, за лицом. У меня есть мастер, который следит за моими волосами. Вот, собственно, я, когда у меня появляется какое-то время, я сразу же бегу к ним и вот стараюсь следить за своим внешним видом. Я в этом плане, наверное, должна была родиться мужчиной, потому что я терпеть не могу очереди, я терпеть не могу давку магазину, я терпеть не могу вот эти вот многочасовые походы по магазинам. Я в этом плане люблю знать, что я хочу купить, знать, что мне нужно, войти, даже если, например, я не собираюсь покупать что-то конкретное, я просто хочу что-то купить. Я обычно захожу в магазин, я вижу вещи, я сразу понимаю, мое или нет. Но многочасовые какие-то вот эти шопинги, нет, не очень люблю.